Заседание Думы городского округа город Буй 28 ноября началось с поздравления. Глава города Валерий Катышев вручил почетную грамоту администрации Костромской области за подписью губернатора Сергея Ситникова, начальнику смены цеха по производству минеральных солей и технических фосфатов закрытого акционерного общества «Экохимаш» Юрию Смирнову. Благодарностью главы города были отмечены депутаты Оксана Мосина, Сергей Крылов и Михаил Бельков за помощь в установке спортивной площадки по улице Некрасова в микрорайоне за рекой Векса. Решением депутатского корпуса были внесены изменения в главный финансовый документ муниципалитета. Доходы городской казны утверждены в сумме 347 миллионов 763 тысячи рублей, расходы 369 миллионов 25 тысяч рублей. Дефицит составил чуть более 21 миллиона рублей, что не противоречит нормам бюджетного законодательства. Поправки были внесены в решение Думы номер 25 от 6 ноября 2015 года. Они касаются увеличения налога на имущество физических лиц. Уплата налога по вновь утвержденным ставкам будет произведена в 2019 году за 2018. То есть следующий 2018 год станет переходным периодом. Дополнительный бюджетный эффект с увеличением ставок составит более 500 000 рублей. Такое решение местный представительный орган принял по рекомендации областного руководства. До вынесения вопроса на Думу он обсуждался на депутатской комиссии. По словам заместителя председателя Думы Юрия Иванова, вопросов было много, в первую очередь о целесообразности повышения налоговых ставок, экономическое обоснование, необходимость пополнения доходной части бюджета. Депутатским корпусом было принято решение о максимальном повышении ставки земельного налога на 2018 год. Оплачивать его граждане будут в 2019, когда получат новые квитанции. Ставка на земельный налог не увеличивалась в Буе в течение последних 3 лет – в 2015, 2016 и 2017 годах. В Костромской области только в 2 муниципалитетах ставки не повышены. Один из них – Буй. По предварительным подсчетам, в среднем, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше, налог на землю под жилым домом увеличится на 590 рублей. Оплата будет зависеть от кадастровой стоимости и местонахождения объекта. Решением Думы городского округа город Буй были отменены некоторые неэффективные, недействующие налоговые льготы. В связи с высокой установленной кадастровой стоимостью земельных участков на территории города Буя, депутаты дали поручение постоянной Думской комиссии по экономике, бюджету и местным налогам проанализировать ситуацию и принять возможные меры к снижению кадастровой стоимости.